Ребят, привет! Моя попытка номер два записать покупку лота. Честно скажу, первая почему-то программа закрылась и не сохранила часть торгов. Я начал данный лот торговать с 1700 гривен, потому что хочу данный лот купить в коллекцию для набора, связанного с пожарной машиной. Вот, и это вы видели в моих предыдущих видео, я сейчас, наверное, при монтаже вам сейчас вставлю. У меня еще идея была дополнить такую коллекцию часами за заслуги, есть такие, с пожарным автомобилем. Представьте, как красиво смотрится вот такая вот, такая подборка на полке где-то, да, либо на подарок можно кому-то, вот кто вот в теме, в этой... марки пожарной машины и монета 5 гривен с пожарным автомобилем. Здесь мы видим в данном случае мои торги, которые я уже поставил здесь минимальную ставку. У меня было какое-то небольшое сомнение, что здесь принимает участие человек с отрицательным рейтингом, да, и, собственно, мы с ним и проводим данные баталии по продаже этих часов. Не хотелось бы что-то думать какое-то негативное, потому что другие участники уже перестали ставить ставки, что этот человек каким-то образом просто хочет повлиять на стоимость данного лота. Но я вижу, ставки продолжаются. Скорее всего, сейчас посмотрим, этот же продавец поставил сейчас. Да, он продолжает ставить ставку. Меня такого плана ситуации не сильно вдохновляет, потому что если ты борешься с человеком, у которого отрицательный рейтинг, возможно, он не выкупает лоты и в данном случае служит больше для того, чтобы каким-то образом поднять цену для лотов. Продавец у него 0, то есть он как 0 покупатель, у него 6,93. Наилучшие пожелания. Так, давайте посмотрим аккаунт самого продавца. 38 человек следило за этим лотом, 74 ставки. Что мы можем посмотреть по продавцу? Мы с вами можем увидеть, что продавец с большим довольно рейтингом относительно, да, покупает что-то, хорошие у него отзывы, негативных отзывов у него нет. Посмотрим, что есть активные лоты. Лоты ведь разные, разноплановые, очень и знаки, отличия есть, и наша украинская обиходка, 1 гривна, да. Вот, и тут часики каким-то образом появились. В принципе, мы можем посмотреть, что, вот, например, какой-то лот, откроем его, что прикольный фон, я думаю, это какой-то специальный фон для фотографирования, какая-то лампа для света, и плюс в данном формате мы видим какая-то обработка, то есть человек занимается профессиональным фотографированием своих лотов, либо кто-то ему фотографирует и выставляет, собственно, для продаж. По продавцу вроде все, претензий каких-то там у меня нет. Ну, вот единственное, что вот такой вот непонятный участник аукциона. Интересно, как администрация Виолити реагирует на подобного плана участников. Ну, наверняка при торгах можно ограничивать участников с рейтингом. Ну, вопрос только в задаче, конечно, продавца. Задача продавца здесь довольно простая. Быстро, ну не быстро, дорого продать свой лот, дорого продать свой лот, при этом, чтобы как можно больше людей узнало, чтобы как можно выше данный товар попал в список, в рекомендуемые, чтобы как можно больше людей увидело. Вот, видите, мы справа здесь с вами видим какие-то рекомендуемые товары. Давайте можем даже обновить, посмотреть, что там еще у нас рекомендуется. Видите, рекомендуются монетки. Напишите, пожалуйста, кто участвовал в аукционах, в лотах, какое ваше впечатление, когда вы участвуете, какие вы переживания испытываете. Интересно, потому что я сейчас вот прям участвую, мне интересно, будет ли сейчас ставка еще одна и продлится на 5 минут данные торги или нет, в зависимости от человека, который сейчас торгуется с той стороны, да, у которого негативный рейтинг. Хотел вот вам обновить, показать. Мне на самом деле несколько раз вот в предыдущей съемке удалилось. Показывали здесь украинские монеты, которые были там украинские 10 копеек, английский чекан. Ну вот, 5 секунд. Давайте посмотрим, поставит ли человек дополнительную ставку за торги завершены. Ну что ж, друзья,
Выиграл я этот лот. Честно скажу, немножко было переживание, что будет какой-то разгон по цене. Потому что, ну, я для себя прикинул, что готов потратить на данный лот до 2000 гривен, потому что непонятно, сколько будет стоить починить, да, данные часы, сколько же будет стоить. В целом, я данной ценой доволен. Посмотрим, как мы свяжемся с продавцом. Обязательно покажу вам, постараюсь смонтировать ролик уже вместе с этими часиками. Увидели эти часы на аукционе, которые я, собственно, выиграл. И теперь мы делаем хлопок. И теперь мы видим с вами эти часы на столе. По стоимости они сейчас от $100, порядка 100-150 долларов на продажу. Родное стекло, родной корпус, ничего не менялось. Судя по, к сожалению, нет коробки, но вот такие вот интересные часы. Спасибо всем, пока!